21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Scream from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all. Да нету ее, нету, нету водки. Что за свадьба без водки? Он же не стоит, пожалуйста. Серега, что за свадьба без водки? Есть водка, ты че? Как? The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Huh? Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollers. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. Huh? I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just can't. With a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddammit, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip, who you going home with? How ye doing? I'm surviving, I was drinking earlier. Now I'm driving with a bad bitch. Итак, все, наверное, поняли, сейчас мы зададим несколько вопросов. Если вы правильно на все ответите... Если вы правильно на все ответите, вам будет что? Приз. Вам будет... Очко. Вам будет счастье.
После очка будет счастье. Итак, первый вопрос. Что было настоящим сюрпризом для тещи несколько месяцев назад? Варианты ответов. А. Цветы. Б. Жених. С. Деньги. И Д. Машина. Время размышления. 2 секунды. Кто отвечает? Вариант Д. Машина? Это неправильно. Это неправильно. Надо было идти, чтобы я знаю, что не правильно. Уйдите. Ламы, уйдите. Все, все, все. Время, все, пошли. И там уйдите. Вопрос номер два. Что может получиться из кучи оболочек, извините, из кучи оборочек, бантиков и ленточек? Вариант ответов. А. Конфетка. Б. Подарок. С. Платье. Д. Невеста. Интересный вопрос. Помощь зала. Да, я хочу подсказку. У тебя, Сережа, есть 3 подсказки. Сережа, позвони другу. Там была подсказка выпить еще пивка. Я выбираю эту подсказку. Можно я сгрю? Да, платье, я... невеста, тире, конфета. А как же подарок? Тире подарок. Я все думал, что это подарок. 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. Там невеста будущего. Остается С платье и Д невеста. Отлично. Я думаю, ответ Д вверх ногами невеста. Будущее невеста, да. Нет, Д вверх ногами. Это ваш окончательный ответ? Да. Я, глядя в глаза невесты, говорю, что это окончательный ответ. Интригу? Ту-ту-ту-ту. Ответ Д. Невеста! Ура! Третий вопрос. Ту-ту-ту-ту. Что такое ежедневный труд и огромное счастье? Вариант А. Семья. Вариант Б. Любимая работа. Вариант С. Учеба. И вариант Д. Проснуться. При чем тут проснуться? Время на раздумье. Время на раздумье не требуется. Это досрочный итак, ответ. Итак, семья Бушкевич отвечает. Это вариант. Это не что, никогда, Сережа, не переходит. Очень хочется. Очень хочется сказать ответ Б, но я выбираю А, семья. Итак, А, семья. И это правильный ответ. Ура! Ура! Следующий вопрос прислал неизвестный автор «Кругиатр» 19 века. Имя, к сожалению, не сохранилось. С неизвестным романом «Кто виноват?». Соответственно, вопрос звучит «Кто виноват?». Вариант ответа. А. Соседи. А. Сосед. Б. Родители. С. Любовь. Д. Анатолий. Ой, извините, начальник. Продинамили ту-ту-ту-ту. Так. Сосед, родитель, любовь, начальник. Очень что-то выбивается из этого общего ряда.